Четвертый день подряд Ахинский район находится во власти сильнейшего циклона. Обилие снега практически парализовало движение в городе. Причем с трудом передвигаются как автомобили, так и пешеходы. За выходные дни многие подъезды жилых домов занесены полностью, переулки непреодолимы. А на месте тротуарных дорожек только направления. Циклон находится в Охотском море и не сдвигается, но штормовое предупреждение было лишь на 1-2 марта, когда порывы ветра достигали 24 метров в секунду, видимость менее 50 метров. Сейчас сила ветра порядка 15-16 метров в секунду, на побережье до 19. Распоряжением комиссии по чрезвычайным ситуациям в Сахалинской области дорога Аха-Ноглики закрыта. Движение по трассам Аха-Москальво-Аха-Восточная также запрещено, но уже решением местной администрации. Сегодня занятия в школах для начальных классов были отменены. Старшеклассники учились, но не все. Некоторых родители оставили дома. Подробнее о ситуации в Ахинском районе расскажет заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения Наталья Анатольевна Рычкова. На сегодняшний день уже 4 сутки на территории нашего района проходит циклон. Скорость ветра достигает 20 метров в секунду, сильная метель и местами видимость нулевая. На пятницу, 28 февраля, были закрыты дороги Аха-Ноглики, Аха-Москальво-Некрасовка, Аха-Восточная. На сегодняшний день вся техника находится в постоянной готовности. На участке на село Восточное готовы 3 единицы техники. Это шнекоротор, грейдер и погрузчик. И на направлении Аха-Москальво и Некрасовка 3 грейдера, 2 шнекоротора и трактор. В течение выходных дней несколько раз были предприняты попытки пробить дорогу до этих поселков, но из-за нулевого видимости пришлось работы прекращать, и техника возвращалась. На сегодняшнее утро также вся техника планировалась к выходу, прошли небольшие участки дорог и опять столкнулись со стеной снега, и невозможно продолжать работы. С селами мы поддерживаем постоянную связь, то есть все наши села на сегодняшний день обеспечены теплом, водой и электроэнергией. В выходные дни с субботы на воскресенье были перебои с электроснабжением в селе Некрасовка. 4 дома у нас оставались без электроснабжения. В воскресенье вездеходом была направлена бригада Ахинских электрических сетей для восстановления энергоснабжения. И попутно также в поселок был доставлен хлеб. Сегодня с утра мы отправили вездеход в село Москальво и Некрасовка с хлебом, то есть для школы-интерната Некрасовки и для жителей села Москальво. По городским дорогам техника, начиная с пятницы, работает в круглосуточном режиме. По ночам обеспечивается проезд по городским дорогам к объектам жизнеобеспечения, пожарная часть, скорая, ТЭЦ, водонасосная. А днем расчищаются заезды и тротуары. Но, как вы видите, буквально через 2-3 часа дороги снова переметает. Сегодня у нас на внутридомовых территориях работает 4 единицы техники, 2 из которых обеспечивают проезд контейнерам-площадкам для возможности вывоза мусора. По городу с учетом техники Ахавтотранса и привлеченной техники работает 9 единиц техники. Это 4 бульдозера, 1 грейдер и 3 погрузчика. В ночь планируется работа 2 единиц техники, и на завтра планируем в том же составе проводить работы по расчистке городских дорог. По окончании циклона для скорейшей нормализации жизни города вся имеющаяся техника и дополнительная техника будут направлены не только на расчистку, но и на вывоз снега с городских дорог и придомовых территорий.